Я это ночью пойду. Сейчас я слышал про самолеты, расскажу вкратце. Я ночью пойду перебрасывать. Я ночью пойду перебрасывать на жесткий диск. Можно на зарядку дать. 64. Хорошо. Летели на этот на Бали. Тоже сколько раз плачу. Красавец, я пройду туда. Сел. Не покури, ничего не надо. У нас чисто, вот тут уже где-то это. Где-то грязно, да? Да, он, ну, я вижу. Вы какую-нибудь тайну, секрет расскажите в конце концов. Какой? Ну вот о дороге там государственной важности. Какой? Секрет. Сейчас самый большой секрет — это выборы. Что вы хотите? За кого будете голосовать? Все равно бабка Путин будет. Зачем? Нет, зачем это выборы нужны, если там Путин находится? Я даже на выборы не пойду. Зачем мне ходить-то? Вот время. Так, сначала ответьте на вопрос. Крым чей? Говорят, вроде наши. Не знаю, как в действительности. Нет, просто это, я в Севастополе был. И совсем забыл, что Севастополь же российский город, и они к этому Крыму как бы его не знать не знают. Я просто удивился с отношением севастопольцев. И спрашивал одну шутку, Крым чей? Мы в России, я не знаю. Я вот такая вот реакция. Нам надо одним человеком так. Он там кого выбирать-то, они все сидели в России. Что? Сталина а надо разбудить. Я посмотрела, где они сидели в России. Я в этот раз ролик посмотрела, вот где мне там написано. 115 гектаров, да, это дойти. На круг рублей. 250 рублей. Колхозный куда дойти? 250 рублей в год. Гектар оплачивается. Один гектар. А что это, председатель куда делся там? Вообще я не понимаю. Нет, они земли. Там все главные караулы, да, больше никто не слышит. Земли там море. Представляете, какой-то появится. Есть, 50 миллиардов, что ли? Он, главное, интересно, Запад взял. Давно там ехали? Ну, допустим, за последние 5 лет там были, вот именно мимо этого обоза. Это ты сапос имеешь? Да, да, да. Вот сейчас там построено Вегас и Берлеруан Англи. Вот это там, да. Но мне больше. Вегас? Это где? Чистый. Это на МКАДе, прямо МКАД к этому сапозу. Он продал эту землю. Ну а дальше-то не видят. Эта земля была совхозная. И вот там, кто жил в совхозе, у всех были свои паи в этом. И вот он продал землю, зная тех людей, которые он продал, он ни копейки не дал. Сейчас что-то подали. И суд признал неправомерное решение Грудинина. И эту землю, не знаю, как они будут взимать, там построены гигантские. Кошмар, вообще что творят? Мне вообще такое ощущение, что они дальше садового конца ничего. Он за это взял... Что дальше? В Чите, вы знаете, что в Чите творится? В Чите? Какие выборы, господи, они смешили его народ. Так. Там дальше вообще не... Фамилия, имя, отчество, адрес, давайте. Вот надо эту Жириновскую поставить, или туда, или сюда надо. Жириновскую. Он всю жизнь будет в оппозиции или рядом. Писифанетно. Он как писифанетно, писифанетно, потом успокоится. Он может только поливаться водой отливаться. Нормальный мужик Жириновский. Он очень умный, кстати. Все его прогнозы, предсказания, все сбылись. Не, он да умный, да умный. Он его видишь, он портит, иногда вот его замыкает. Да. У головы что-то не то. Эпатажный такой, дяденький. Он рассказывает умный, да. Но, а вся колсова у него портит. Что рассказывает? По всем так. Сейчас Собчак поругался. Она девочка умная, она когда хочет, она начинает вещи, я возьму. Да. Да. Полгода тренировок, да?
возьми это. Какая у нас следующая остановка? Телефон еще. Сейчас скажу. А, Ишим. Ишим вроде бы должно быть, да. Ну, он там будет останавливаться, нет? Не, минут 20 должен стоять. В Ишиме, по-моему, да. Скажу. Ишим, да, 15 минут стоит там. 15-17. Так, на Ялуторовск, завод Луковск. Стоим, нет? Нет. 15-17. Нет? Только что полная зарядка была, уже сел. 15-17 по Москве, да? Это да, это везде по Москве. Вы сфотографировали это? Нет, это меня отдает так, залезешь что-то. 15-17, время 12. Время 12.35 минут первого. Это просто маршрут, ЖД. 15.35, не 14.35, 15.17. Ну, 3 часа короче. Ну что ли? ЖД наберешь, если предложение есть? Выдает? Не, я... Или вообще не покупать его, просто набираешь откуда-куда. Тебе выдает все, и потом маршрут вставляешь. А у тебя в расписании есть, когда проходим на Ялуторовск? Нет, нет, мы не проходим его. Нет? Того. Завода Ялуторовск, как Ялуторовск. Ялуторовск, да. Да. И едет чем меньше. А завод Ялуторовск мы не проходим. Может, не останавливаемся? Может быть, проходим мимо, но не останавливаемся. Да, да. Конечно. Потом 20 минут. Шатаранбург 50 минут. А проходим или стоянка? Стоянка? Ну, ночью. Да. Ну, 30 по первому. Ночью по первому. В Тюмени, что ли? 0.30 по Москве. Да, ну она везде по Москве. Да, а у нас тоже. Везде нет, что там в Москве будет месяц. Она везде по Москве. Да и здесь даже в поезде мы вон по Москве. Что... Везде по Москве. Я вот неделю гостила у мамы, я Я убрал автоматически. Я что-то поездил. Везде опаздывается? На 3 часа. Я вот сижу в гостинице Петро Павловича, там это. Администратор говорит, ты не поедешь, что ли? Я говорю, как не поеду, Ваш поезд же скоро уедет через 15 минут. Он стоит, оказывается. А вот он автомат переводит, пехот летит. Кама. Я просто в стоянке 1 минут, а что за... У меня обратно в Новосибирске, там 4. То есть в Новосибирске 4? Да, 4. В пространстве тоже 4, да? 4 в Новосибирске. 4 в Новосибирске. Якутск сколько? 5? Якутск, да, по-моему, 5 уже. Да, 5. Потом 4, 7. А 6 есть. По-моему, всего 7. А? По-моему, всего 7 часовых поясов. Нет, их 9, по-моему, часовых поясов. Ну, Хабаровские 7. 7 Хабаровских. Хабаровские 7. Ну, там что дальше? Камчатка. А почему? Чита 7 уже. Чита 7? А, Калининград. 2000 километров от Читы до Хабаровска, один часовой пояс. Не, мы были... В Иркутске 6. Могучинский район, там 7 Сокола. В Иркутске 6. Могучинский, а Иркутске 5. Могучие? Окочинский район, да, это было 7. Ну, это сколько километров? 200 от Читы в сторону? Тысяч, что ли, это, до этого Хабаровска. От этого Могучи. Не понял. 1500 вроде бы. От Читы до этого. Ну, примерно так, да.
где-то 1600, может, 1700. Ну, где-то туда, где-то 1500. Могучий, Семиозерный. Ну, вот я работал в Могучинском районе, да, вот что-то там разговаривал. Золото добывал. Там 7 часов было, да. Золото добывал в Могучинском. Нет, дорогу делали. Это Хабаровская дорога, да, вон? А, вот эта трасса Амур? Да. Там, блядь, лепили как попало. А поэтому... Я вам скажу больше. Я в том году перед Новым годом пришла опять просто на шину за мамой. Это был ноябрь месяц, и замкнула же Челябинск трасса. Как бы шкуру вот так встали. Вот, и я встала между Гурово, ну как Гурово, в середине, 100 километров, просто было 200 километров. Я на этой вот светочке простояла около полуток суток. Ну, это замело, что ли? Да, я познакомилась с дальнобойщиками, я пошла, я первый раз увидела, что есть, ну, это же кабинет, это квартира, я с ними пила до самого дрова просто. Я с собакой же ехала. По Челябинскому встали. Да, когда съезд съезжаем, сейчас мы-то съехали, на съезде какой-то там, ближе к... В каком году было? Вот, перед Новым годом. В Челябе? Да, 20... Это по Домскому. По Домскому там... Это не по Домскому, это когда проезжаешь, съезд на Усть-Каменогорье. Усть-Каттав, что ли, что-то, где авария. Ну, это перевал через Уральские горы. Вот, через перевал, это перевал в Замкну, с двух сторон. Вот так курс встали. Я два шага встаю. Я правду говорю, верь мне. Ну, я там. Вот, и стали, ну, первое время, сначала выпускали автобусы, пытались, а по телевизору показывали, там же кафе рядом было, типа, вот, там оказана первая медицинская помощь, вертолёт. Нет, храна там ничего не помогло. Хоть бы один кто-нибудь прошёл. Свои кормят. Нет, нет. Кто на этих, по бокам стоял, еще да, а кто к середине добрался. Я своим глазами видел, я своим глазом стоял, 150 километров было. В Урале это в прошлом году, что ли, запрошлом году. А за прошлый год тоже было. Вот это Челябинск, 150 тоже... километров за этот был. Перевал тоже, через Уральские горы 200 километров. Мы ехали, да. Начиная от Сима 150. Вот это ехали, за Челябинском был. За Челябинском, мы Урала стояли. Уже там 27 рублей соляры, там МЧС катается по 35 рублей продают. Кому соляры. А там некоторые стоят, да, еще говорят помогать. Да ни хрена не помогает, они свои кормят там надо. Кому помогает? Показывают, бля. Показывал помогать. Никому ничего не помогает. Деньги делать там. Я сам видел своим глазам. Раз я верил. Стою. Он, бля, ты не развернешься туда. 27 рублей соляр. Никак не развернешься туда. Вот он оттуда заправляет и возит по 35. И вытаскивает. Сели час. Вытаскивает. Сели час одну машину туда. Ну, что хочешь, но чем? Подъем, сами спуск, там ледяные дороги. Водители сами виноваты. Сами надо, конечно. Друг за другом как идет, если первый стал, все, друг за другом. Потому что потом проедет, потом тут... А главное, собирает кто? Тихоход. Он еле-еле трется, и за ним остальные машины идут еле-еле. И начинает на месте выслать. Я сам своими глазами видел, правда, на этом... От Иркутска до Улан-Удэ, на месте стоит, колеса крутятся, и все. Остановит колеса, покатился вниз. Ну, честно, синяк пойдет, будет синяк копать. Кто будет чисто до обеда? До обеда никак не пойдет. Не, ну хорошо, вот дальнобойщики, почему они с тобой цепи не возят? Почему? А цепь что, поможет что-то? Конечно, поможет. Конечно. Они все должны были хозяйку, вот хозяин ничего не покупает. А, ну вот в том-то и дело. Хозяин не будет купить, да. Хозяин машину берет, думает, что он хочет, чтобы он заработал, а деньги принес. Хозяин машины очень далеко такое дело, очень далеко. Ну, может, так имеет представление. А так без цепей зимой на Урале делать нечего. Ребята, ну, видишь, это чистые все, а уже резкий идет снег. Ну да. Они не успевают уже, они уже надо их организовать. В том году по Домскому люди замерзли, человек замерз насмерть на трассе. По Домскому, на Челябинске, это не на Урале. Вот КамАЗы были хорошо, КамАЗы нигде не встают. Ну, КамАЗы, они этот, я слушал, у дальнобойщиков не котируются. А я когда поднимаюсь, мне сказали, дедушка, вам тут не стоит ехать. Я говорю, да ладно, я проеду. Какая машинка была? Тигуан. Тигуан мог, наверное, чуть-чуть проехать. Не, ну там между форме там не проедешь. А там уже пробка, куда-то ломится.
сняли, когда там главное вот так машина стоит и вот так. И две полосы вот. Сейчас поменяла, я 125 вышла. Там никуда не проедешь. Ну вот старенько, мне нравится. Пока менты не приехали, смеялся. Главное, он говорит, давай назад. Это все круто. Деньги поедем, никуда не надо. Че, где, а дороги нет. Кофе, вот он встал, по-моему, мент не может его прогнать. Тот, что стоял, стой. Застал закрывать, как хотел бы. Я ее поймал и обратно кидаю. Что? Гранату. Я вам предлагаю, что войнушка помню. Тамазик. Недавно где-то в интернете натыкался на видео. Не знаю где, в какой стране, но, по-моему, не Россия была. Дороги завалены, пробка, что туда, что встречка. Одна машина, как он, Ниссан, по-моему, Тундера, здоровая, Ниссан. По обочине, да? По обочине, просто вот, она, я не знаю, там, по стеклу, наверное, в сугробе, но прет. Это снег вот так разгребается. Пред Ростовом было. Ой, я не знаю, где там была машина, где ролик. В Ростове, под Ростовом, там, где машины, там, все же на Тундерах ездят. Это реально. Ага. Не, профессионалы есть, конечно, но тоже в интернете. Река переправляется, машина с кабиной уходит под воду на переправе. Да, исчез. Ну, думаю, все. Дын-дын-дын-дын-дын вылазит туда. Это вообще потрясающе. Вот это профессионалы. А сейчас профессионалы... А ты за кого воюешь? Вон, ехали. Он впереди, я сзади. Вылез на встречку, в лоб ему летит профессионал. Это возле этого тюкалиста. Это Counter-Strike, что ли? Ну? Ты в контроль играешь? Ну, когда продолжала, там есть пробка. Они сами не едут? И он едет, ну, едет 200. А я помню, что там есть фуры, и не потом слепо, я думаю, что... Я сама могу не полихачить. Я летом на мотоцикле ездила. В Дагестане мы ездили? Так, я внештатный сотрудник ГАИ, документы прошу. Что? В Дагестане не ездил? Я там бомбу поставил. В Дагестане, не в Дагестане нет, в Сочи не ездил. Дагестан вот так курьет, смотри, встречи под уезжает. Он еще помогает на встрече. Встречи уезжает, он очень много. Не, вон она. Они едут от одной стороны. Маленькая синяя такая. Дагестан говорит, я говорю, вот Тюкалинск, это между Омской область. Подъехали, идет колонна фур, вылазит на встречку ему в лоб. Он на обочину съезжает, чтобы его пропустить. Еще по радио, что он сказал? Да, бывает, попадаются такие паникеры. Я чуть ли не до вот, практически до нуля тормозился и ушел. Вот он, не знаю, скорость на 15-20, как ворчат у нас, там со 120. И он мне говорит, паникеры такие бывают, хотя бы с ним разминулись, ну, 5 метров, наверное. Паникеры. А если бы я не тормозил, если бы я пёр 120? Вот таких вот... Это крутых. Я видел сам на перевале Урал, вот это, да, я не помню, там или Златоуст, вот в том районе примерно, вылетел на встречку фура и наехала на Жигули, раздавила Жигули. Вот этот, я же ехал, когда уже милиция приехала, скорая помощь, оно бесполезно, там сидит 4 человека в Жигулях под фурой. Этот крутой водитель сидит на капоте, сопли по морде размазывает, а там 4 трупа. Какие нахрен они профессионалы? Это шпана уличная. Я люблю, когда есть зеркала разбиваются. Обычно женщина, понимаешь, они... Они либо не пропускают, есть девочка на мотоцикле, они либо не пропускают, либо они даже начинают поджимать. А я по зеркалам бьется. Так. Запиши, да. Нет, ну а как? Ну, ты, ну, когда я раз упала, понимаешь, что же на МКАДе получается, и я делал, а он так, лежу. Ваша фамилия не Багдасарян? Не-не-не, ваше лежу, получается, и все же мимо проезжают, никто, а он же тяжелый, я укорячила, как сижу, плачу, пинаю его. Не, не один раз, было на этом, было на этом. Сама завалилась. На Тульской было вот этот дурацкий большой перекрёсток, где-то не очень сильно. Дождь шел. А трос подрезали. Летом дождь, я на машине. И там вот эти вот, где рельсы, то есть как трамвая, там же прорезиненные, да.
ее дождь скользит, девушка падает, и перекрыл, чтобы машина, там же дурацкий цветок, он не заметил, перекрыл, чтобы, ну, остановился, там же кто поперек едет, у него зеленый, ну, да, и там все не окружают, помог, поднял, кое-как, пошел по поверку, подняли, и уехал. Он тяжелый, сам, у меня ножки чрезвые достают. Девушкам нужно давать трехколесные велосипеды. Спереди такой у них, да? Привод такой. Ну, я на нем ездила до Сочи, до Сочи. Я у Ламы. Ну там же на серпантине очень тяжело. Даже на мотике купил свой кайф. Сколько за 6 часов мы пролетели? С Новосибирска до Адлера. За 6 часов. От Новосиба до Адлера? Я с одним человеком ехал. Самолет сколько не летает, да? Я еду с Новороссийска. Нет, просто мне один водитель рассказывал, вот ехали в поезде, что вот он, по-моему, или от Новороссийска, или от Сочи, доехал до Владика за сутки. Да нет. Так нет, он это ляпнул. Я говорю, ну давай посчитаем. Там примерно 8 тысяч, 9 тысяч километров. Ну, Москва, Владивосток, 8 тысяч километров. Или от Ростова, или от Новороссийска, я не помню. Он оттуда выехал. Минус 2 тысячи было. Вот. Как не? Плюс 2, уже 10 тысяч. Ну не так, плюс 2, он же не через Москву поедет. Ну, бог с ним, бог с ним. Ну ладно, да. Он проехал 8. За сутки. Ну, взяли бы, как устали считать. Расстояние, все. Получалось, что 250 километров в час он должен ехать. Без остановки, без отдыха, без ничего. Я говорю, слушай, светофоров не было, пробок не было. Что надо делать? 24 часа со скоростью. Да на заправку заедь, там нужно где-то по 300 километров. Но он понял, что ты слишком это круто рассказал. Стаб потом вообще не крутит. Посмеялись. Нет, там же вечно есть, там же пробки получаются, когда ездят, ну, кто все приезжает на чёмном, но между машинами проехали и поехали. Вот туапсетом, конечно, пробки классные. Нет, там видишь, красиво, видишь, когда днём, шёл. Нет, от Улан-Удэ, от Читы до Хабаровска, согласен, можно ехать и 150, и 200 км в час. Можно, там не ГАИ, и дорога прямая. А во сколько приехал Андрей туда? Куда? Ну, где ты, в Красноярске, сетер. 2 часа, да, было? Сюда, в центр приехала команда. По нашему или по их? Ну, угостить собачку. А? Угостить. А не будешь ты есть? Даже собаки такой едят. Точно все? А, подожди. Нет, 5 человека питается. 5 утра было по нашему. Ну, я за сутку, за 5. Вам собачку еще не надо? За сутку я приехал, 1400. Предлагали. Пса? Нет, вместо собаки. Скажите, ты дядя возмущали, да? Повернулась такая сразу. Нет, они, у них какая-то вот есть интуиция, что ли, особое биополе, они понимают, когда вот о них разговор идет. Да. А, за двое суток он они сказал. Даже вот эта собака, да, вот собака, я поехал себе на родину. У нас кавказские, они дикие уже. Вот я там ночевал, я вышел утром, я не трогал, они знают, что свои родители. Они уже 20. А вот чужие сколько приходит, уходит, но все равно не залезет. Я это когда взяла, но мы перегрызли всю обувь. Дива. Кавказских? А, нет, вот это. Обувь я нервничала. Я как бы не грызла, а обувь как бы одеяло там что-то разбрасывала. Мне думали, они говорят, а у меня тут дорогие все. У меня истерика. Выбираешь, она все равно что-нибудь достанет. А у вас? Потом я ее отдала на месяц перевоспитать. Приучили бы все. Я просто на нервах не хватало, уже я же ногу не ругается. А когда я узнала, что там воспитывали, сказала, что перечеркнула, потом кому-то ее отдала, только маме. Там их там удавка, по-моему. Все, она у меня как бы умная девочка. Но здесь она бывает огрызается. Что-то не пойдет. По телевизору показывают, как воспитывают, да, зверя тоже? А как по телевизору? Вот еще на самом деле. Талант еще. Просто надо узнать, как. Шпиц, как бы, он сам по себе, она очень трепетная собака, она очень все внимание
если не даешь ей внимания, она начинает пахнуть. Такая хорошая. И она еще это, я детишка моя моя. Одного олигарха не видел симпатичного. Не красный, не ужинал, не в ресторане, только за территорией работал. За территорией нет, я как бы не кажется. Не отвечаемся в другой. Ё-моё, да что ж ты будешь делать? Чем пернешься, она открывается. Не, как бы не по-своему любят. Но были моменты, когда и хотелось, и они же между собой начинают тушиться. А сейчас не было утром. Я был с одним романом. Если связь не пропадет. Раз подарил. Что, с Ханты-Мансийской, которого когда я в Ханты приезжаю? Да. Нет, он, конечно, наверное, хороший. Там еще нет золота, вот это все, что-то болтаешь. Ну, у нас есть этот председатель, как у нас, по подъезду, я ему сейчас попадам. Он рядом. А что мы тут? Я не жилищник. А откуда забрала самогон? Алло. Ну, мне нравится, мне бабушка самогон. Могу, мне понравился вот этот видео, белорусский. Он ее, она, он ее, я понял, для чего это необходимо. Кожура. Она пьется медовуха тоже, она делает, бабушка нос, нет, она я понял. Ну, пусть еще бабуры, тебе не стыдно. Она так смотивается, но она такая. Я понял, а наоборот полотно это. Вы был жилищник, представляете? Скажите, пожалуйста, вы можете мне набрать после праздника? Я просто сейчас нахожусь не в Москве. 8 числа при приезжаю. Ну, 8 вы же не будете набрать. Тогда, да. Запишите. Да. Телефон 8-903. 3-7. Бабушка, она уже есть. 35. 76. Зовут Валентин. Валентин Александрович, фамилия. Вот это был. Перед Волгоградом один этот курица сломался. Можно я подспокрыться? Я не собственник, я старший подъезд. Покушали место, он уже... Ну, нет, и собственник, ну, своей квартиры. Я все набрал, своя, там, ну, там, да. Это какой национал, он говорит? Да. Русский. Я говорю, что-то вообще ответил. Ага, хорошо. Вечник такой, что ты русский был. Тебя предков кто? Драгунская, станция Драгунская. Предков только. Что там это? Ну что это? Двери что ли делали? В России 12 часовых поясов. А так бабушка, девочка, папа, обвинение, вас понежно.
Начиная с Калининграда. Начиная с Калининграда, заканчивая Анадырью. Анадырью. У вас кто армия? Я имею в виду континент. А здесь что ли? Ну, 7 часовой, 7 часов. Кто там интересовал? Ваще, а сейчас? Татари? Чита плюс 8, да? Чита плюс 8. Иркутск плюс 7. А Хабаровск? Плюс 9. Это какое число? Магадан плюс 10. Да. В Иркутске плюс 9. Нет, дата, когда часовой по пояса ответ? Их же объединили пояса. А всего 12 поясов. Пол. Да я не помню. Там с этим Медведевым, то что он прибавить часовые, отменить вот эту вот побегу. Кстати, да, где-то же, допустим, в Омске уже не переводят. Почему? Между тем... Москва не переводит. Нет, раньше... У нас, по-моему, раньше с Самарой... Москва не переводит, на 5 переводит уже Москву. Ничего не переводит. Уже не переводит. До недавнего времени, пересекая это, с Тюменской области, въезжаешь в Омскую область, сразу 2 часа, это разница часовых поясов была. 2 часа я въездил в том году, я же говорил тебе. Зачем это перевести часы, если в организм? Есть, я знаю. Была возможность начать очень много. Вот Казахстана также переводят. Украина вроде бы тоже так же переводит. Зарядку поставил, да? И это в армии ощущается. На заряжку идет. Когда где-нибудь в наряде стоишь. Да. Зарядка идет? Ребята, там да, убрал, а там никого нет. Ну, я там зарядку оставил. Да пусть пока. Ну, ладно, живи. Нет, потом заберешь, я пока оставлю. Посмотри, правая карта пишется. Ой, да, правая. Тебя спрашивают, для чего ты записываешь? Это продам в Пентагон. ЦРУ. Выпили, да, все время? Раньше я так сидел. Все время, много. Все время. Да нет, это у нас же не все могут проехать по России, посмотреть. Очень много людей просто... Ты не слышишь? А? Рассказывает кому-то, да? Не, я рассказываю, не слышно меня? Я передаю тут. Продолжение следует...
Оттуда туда дует. Конечно, он наоборот ушел туда. Я не люблю, так много махинает. Еще голову. Я вам сейчас покажу.
Стемка сидеть будет, ну неужели не понять? Темно. Вот как ты спишь, темно-то будет. Темно лучше. Крепко спишь. Как у тебя? Темнеть? Ну это по Москве, а здесь в Сибири 4 часа. Сейчас в Тумене 2 часа будет вроде. Или сколько там? Час разница в Томске. Тут 64, час 3. Вот 3 часа будет, да. 7. А Тумена когда будет он? 3 часа. Сказал, 15 часов. 3.35, 15.35. А, ищем будет уже? 15.17. Ищем. Ищем будет. 19.08 Тумена. Это хорошо идет, ну, с этого едешь, даже дольше едешь, с Краснодара. Ну, сейчас вот скорость у нас 90. 90? Ну, что, нет, скорость показывает 90. Я раньше думал, они 120-150 едут. Нет, вот мы тоже ехали, 120 было. 120 было. Было, да? 115-120 ушел. Сейчас 90. Ну да. Знак стоит 90. Предупреждают же. Держите полицейский. А это есть главное. Это удобно. А, я брат. Упорчество. Их можно, конечно. Включи бананы. Чего там не держится? Нет, бананы держатся. Они его как желтеют? Они зеленые, они вот в Москве, они в Казани его желтеют. И в Казани. Он же там, если оттуда вы собрать его готово, да, уже успевшего, сюда не доеду. Они зеленые оттуда собирают. Да. И на Москве там газа. Ну не знаю, в газе или нет, но и зеленый отправляют. Ну да? Вот помидор тоже так же. Пол зеленых выбирает, и пока он доедет, то... Они гнилые уже. Белый помидор собрать и отправить. Автоматы не падают. Ее самолетом надо отправить сразу. И то. Помидор причем не бриллиант. Ну, мне будет сегодня. Но этого с района там 5 километров были спевшие. Собрали, сели машины. Все были спевшие. Он даже 5 километров не дает. Спевшие помидоры. Они зеленые, пол зеленого собирает и все. Отправляет. Ну они вот с Азербайджана возят, так и сами. Поезд. Оттуда уже развозят по городам. Всех поезд. Потом оттуда по городам возят. О, не дает, наверное, не разрешает, не знаю. Они вагоном, говорят, возят туда, в Дагестан. Дагестан расстраивает. По машинам тоже возят, наверное, кто-то. Ну, видишь, дорого все будет. Я в вашем Дагестане. Дорогой. Все дорого. Дагестане что? Да не сказал бы. Так не сказал. Нет, у нас гранат будет дешевле. Где он? У нас-то не было. У нас тонна было за 100 долларов собрали. У нас 20 кг. Азербайджан вообще дешево. У нас великолепный рынок. У Махачкала куда, Азербайджан куда? У нас Азербайджан вот не был. Вообще кофе по что открыла. Все какие-то оттуда бесплатно, но есть нет о чем. Все. Да.
Казахстане, не знаю, я был на рынке, мне бесплатно, говорю, перцы давали, абрикосы, по-моему, пакет. Она да не портится уже. Почти все у нее. Она говорит, давай, давай, возьму. Я думаю, она за деньги, что ли, потом бы она схватывает, блин. Ложит. Что-то такое вредно меня будет. Думаю, сейчас деньги просит. А сколько тоже? Ничего не надо, говорит. Она до портится уже. Поэтому всем дает. Смотрю, что-то лицо не то. Как магазин говорит, магазин поедет, говорит, я ваши, а ваши. А это, блин, Василий Валяков. Я не еду обратно. Да, завтра будет отлично. Говорит. В Казани 3 часа. Я говорю, 3 часа мы водку будем пить. А да не можешь, Патюха. Как не можешь? Да, мы домой едем с командировкой. С командировкой мы домой едем. 8 марта. Подарок дарим обратно. Женщина говорит, вот, молодцы, подарок принесли, давайте завтра уйдем на работу. Женщина характер, да? Отношения и характер, да, не продается? Есть такие, это как говорят. Если вы все будете... Если я продалась, я бы уже играла на рублевке, когда в своей классе, и где была за границей. Мне подпорство, я вот помню, что я не рассказала, если это один лагерь, если бы Виталий так делал. Если был бы все умнее, жизнь не было, да? Вот. И какое существование было, если был бы все умнее? Если все был бы от одного характера. Почему? Вот если бы все было умно, кто работал бы? А как жили бы? Я сам себе работал тоже. Знаешь, ты сам очень сложный, головной пол. Да. И только... Ты никому ничем не обязываешь, если кто-то нам не скажет. Я работал поставщиком. Такие вот, уже лет, наверное, 15-20 лет назад. Таким красавцем, сколько я воевал. Нет денег, завтра придешь. Завтра кормят. Как ты? Женщина не потеряешься. Так надоело, так достали, мне просто не работать. Они берут твои деньги на другой день откроют. На другой товар покупают, понимаешь? Вот, сам себе работал. И одну головную боль. Одну сразу не работал. Уже тоже сложно. Вы бы попозже денег на положил на проценты жил. Вот такой хороший был. Да. И без головной боли, блядь. Ничего делать не надо. Ни проблемы нет.
Праздник еще погодится. Не тебя!
Когда за сколько лишь приедет? У нас сейчас два, три приедет. Да. Так туда. У меня машина там. Откуда ты заезжаешь от Пауэрбанка? А где каком место разыт? Какой? Второе, по-моему. О, нет. И пятое. Этими розетками тоже опасно пользоваться. Там частота 400 Гц, что можно здорово попасть. Горит что это? Даже билеты не помогают. Ресторан нет. Он все билеты у него забрал.
мы как не знаем, это вранье все. Я не верю. Выиграла? Конечно, мне знаешь, бабуля что? Выиграла. Ну, сколько выиграла? 50 тысяч. Ты же знаешь, сколько я купил? Я уже давно миллионером был бы. Мне только, знаешь, как я должен на свои гарбу зарабатывать. Все. Вот я так... Пирожочки, я тоже выиграл 100 рублей, 150 рублей. Беляшики с мясом, блинчики с медом, джемом. Возбаш есть, возбаш? Сингалу, возбаш такого. Мысечку, что еще? Сингалу мы едем в Дагестан, когда ехали. Еще, да. Вот это есть, да. А все равно все подъем. Какие водоедки? Ты не был, да, Андрей? Был как? А? Дагестан? Капуста, которую ставишь, борщ, вода. Они варили вот. Паска был, да? Кто был Паска, да? Да, Паска у меня день рождения. Кто еще желает? Пирожочки, беляшики. Пирожочки, беляшики, блинчики. Сделали без того, это нормальная цена, да? Народ все туда ходит. Я там был, это, есть в магазине, там, знакомый. Он мне говорит, нету в Дагестане коньяк, Россия, вообще нигде его нету. Если найдешь где-то Дагестане через знакомый, то говорит, у меня не могу его вот в магазин, говорит, то говорит, не настоящий водок. Или на заводе, или у директора на заводе настоящий там. Это не даже в советские времена все форматы упомянулись. Показывают по телевизору. Не было настоящего. Ну как, откуда он настоящий будет, если возит систерном его разливной, его где-то запло, это что такое? Не вставать надо, что ли? Систерны возит, там добавляет, тут добавляет, понимаешь? Он да не будет уже тебе. Все полностью. Что-то мне тут даешь, ну поиграли. Давай. Да, что-то большая остановка. Да, место праздника президента. А может, что праздника вообще не отдыхает? Как праздник, как-то для праздника мне читает. 23 февраля. Ну, праздника мне читает. Да пошла. Что-то я упрыгнула. Крови цыганцы же. Кочевники.
дальнобойщик, не в каждом городе, а в каждом городе. В каждом городе? В Татарстан тоже есть? Нет, в Татарстане. Во всей России. В Татарстане есть? Не знаю, нет. Вот Татарстан наверху лежит. Можно его взять. Можно его взять. Ты что, Андрей, замолчал? Я тут его тоже убиваю. Ты не ешь, да? Да. Горе не обожжу. Что, да? Мы зачем собрались туда? Нет, ну, не просто попозже. Просто я попозже. Так, понял. Я в цирке работала. Это Кристи. Где вы молодцы? Микроканал. Чао, чао. Я тут сидят. Кличко, что ли? Он с Екатеринбурга. Он с Екатеринбурга. Что? Кличко разве так псёт, что ли? Кличко. Кличко, да? Нет, нет. Его так всё не читает. Виталий Кличко есть? Нет. Владимир. Владимир Кличко есть. Нет. Украинский так всё. Всё, короче, вы на проекте. Да, А, он уже возраст. Что он там? Если на коммерческом то стоит, что уж знаешь, как у меня? Там такая карта. Вот он знает Еву. А второй ехал с Москвы, с Новосибирска. И он из Дельбовицы в Москву. Он из Москвы. А книга, что я ездил в командировку. Это было это? По телевизору показывают. Мужик постоянно на рыбалку ходит, рыбу приносит с магазина, да? И жена, а ты, сам дело было. И жена однажды берет все крючки, отрезает так и положишь туда. И мужик пошел на рыбалку, еще рыбу поднял. Она говорит, ну ты молодец, поймал. Говорит, как ты поймал ее? Вот так поймал. А тебе ты смотрю, крючки на месте или нет? Вот тебе. Мужика так поебал. Жена как делает? Жена тоже так делает. Если человек гуляющий, как исполняется. Женщина тоже говорит, как гуляющий, она говорит. Сундук закрой, все равно вода будет. Ну да, учитывая, как умею, что бы не так. Кто сказал, я 4 часа, там да не объявляю, я 4 часа задержу. Не объявляю, не знаю. Там объявляли, что ли? Там пишут, нет, не там пишут красный буквы, задержу на 2 часа, задержу на 3 часа. О, а еще такой. Вчера мы в деле объявляли, какой-то поезд задержан 4 часа. Люди, а что за поезд-то? Да нахрен нужен, так-то можно, блядь, сдавать там никак. А какой? Другого-то нет. Ну почему, если за это задержано было бы, другого можно было там. А какой из них? Через? Нет, через можно.